Да-да-да-дам, игровикам появилась новая интересная информация о проекте Эрта, и я незамедлительно спешу с вами поделиться. Значит, у меня получилось зайти в саму игру, ну, в то состояние, в котором она находится на данный момент. Мы посмотрим на геймплей игры. Также в этом видео расскажу про продолжение Эрты на других планетах, в частности о Луне, как мы видим вот здесь вот на экране. Еще на карте появились мегахексы, но это связано скорее всего вот с новой планетой Луна, точнее со спутником Земли, да? Также в этом видео расскажу еще об одном способе бесплатно получить хекс. Ну и в конце посмотрим на стоимость коина Эрта на бирже Хобби. Видос обещает быть интересным и полезным, поэтому ставим лайкос, обязательнейшим образом подписку на канал и колокольчик для убедительности, чтобы не пропускать что-то новое и интересное. Поехали. Значит, мы видим несколько планет. Вот так выглядит эта страничка. Все здорово, красиво, великолепно. Вот такая связь, NFT-ресурсы будут, я так понимаю, на каждой планете. Эрта. 350 тысяч хексов и перечислены ресурсы. Также есть Луна. 126 тысяч хексов. Забегая наперед, скажу, что закрытая распродажа хексов на Луне уже стартовала. И Венера. Ну и, в общем-то, в принципе, вот так это выглядит, да? Далее. Mystery of Moon. Вот такой имеется сайт. Вот так все здесь красиво выглядит, все оформлено по-настоящему. Вот, даже есть ролик, мы его посмотрим. Ребята, разработчики из команды Эрта почему-то не признают, что именно они занимаются этим лунным проектом, но дальше я расскажу про факты, которые говорят об обратном. И очень здорово у них тут все это похоже. Вот здесь я пропущу видос, потому что здесь нацистские символики, якобы... Немцы переселились на Луну, одно из предположений. Посмотрите сами. Значит, все ссылки в описании под видео будут. Сами сможете перейти и посмотреть. Вот такое красивое перспективное будущее. Такие инопланетные джентльмены нас ожидают там. Некоторые люди думают, что Луна — это всего лишь огромная голограмма. Портальчики, те самые. Mystery of the Moon называется проект, и я уверен, что это и есть продолжение нашей Эрты. Вот, масштаб, конечно, потрясает. В связи с этим на карте в маркетплейсе Эрта появились так называемые мегахексы. Это вот мы видим большой хекс в
центре которого 100% мистери. Есть предположение, что это как раз таки и будут хексы стартовых площадок для перемещения между планетами. Но это всего лишь пока предположение. Значит, вот так у них здесь очень здорово и красиво оформлен сайт. Mystery of the Moon, команда разработчиков. И все в таком духе. Есть разделы, есть White Paper, они его почему-то назвали Light Paper. Roadmap также есть на борту. Вот, и много-много красивейших картинок. Значит, почему есть уверенность, что одни и те же люди занимаются этими проектами? Значит, Discord, вот вы видите Discord проекта Mystery of the Moon, он один в один копия Эрты. Один в один. И более того, здесь те же самые люди. Вот мы видим Аон, Эрнестас, Ипси. И все в таком духе. Именно поэтому и есть предположение, что это одно и то же. Так, вот здесь как раз таки мы можем подать заявку на приобретение Хекса на Луне. Вписываете здесь адрес электронной почты и там далее, с какого кошелька, в каких токенах будет оплачиваться, сколько земли на Луне вы хотите себе в итоге приобрести. И, скорее всего, заминтите свой хекс уже на Луне. Так, на этом все. Движем дальше. У нас, значит, получается геймплей. Да, в итоге получилось все-таки зайти в эту игру, посмотреть. Ну, скажу, забегая наперед, смотреть-то особо и не на что. И не на что, да. Мы оказались, меня забросило волей судьбы в Лондон. Вот, Great Britain. Видим локацию. Что есть? Ну, маркет. Все те же самые картиночки, которые нам уже показывали. Настораживает только то, что был ролик в сети от разрабов, по-моему, с 17 года, и ничегошеньки не поменялось. Особо здесь повзаимодействовать с чем-то, сразу говорю, не получится. Но посмотреть... Сделать свои какие-то выводы. Можно вот так вот подвигать немножечко карту. Значит, мы здесь видим характеристики нашего персонажа. Также у нас есть некий инвентарь, бэкпэк. Вот, сразу скажу, у меня энергии был полностью заполнен. Я вчера все хотел попробовать. Перемещался между хексами. Пытался взломать вот эти вот домики. Ну, он теперь, естественно, нам будет писать, что у нас не хватает энергии. Но еще раз скажу, это все пока не работает. Чисто ознакомительно, да, можно зайти и посмотреть. А так получается, что мы ждем какой-то хотя бы беты. Да. Потому что проект вот в таком печальном состоянии, в неработающем. Посмотрим, как выглядит карта. Видим, что находимся на данный момент в Лондоне. Вот здесь. Ну и, соответственно, когда была энергия, мы могли путешествовать и перемещаться между хексами. Вот такие вот у нас на сегодня дела. Значит, про бесплатную землю. Да, разрабы пообещали нам... еще выделить бесплатной земли и сделали что-то типа конкурса, соревновательный момент, кто придумает лучшие шмотки в стиле Эрта. Вот в Дискорде, на официальном сервере Эрты, мы видим, что люди уже стараются вовсю и как бы придумывают, и есть вообще крутые идеи на самом деле. Вот, очень много, все можете посмотреть, ссылку на официальный сервер Discord, также напоминаю, оставлю в описании. Вот, допустим, девчушка красиво выглядит и купальник в стиле ресурса Mystery из Эрты. Вот, и обещают победителю, значит, за все это дело вручить хекс, подарить. Вот такие вот дела.
Ну и по поводу стоимости самого коина на бирже, мы видим, что коин падает. В какой-то момент он падал до 14 там с копейками центов. Собственно, я еще где-то вот тут об этом говорил, что ордера ниже 20. Теперь он пытается подняться, но, скорее всего, ловушка. И на данный момент мои ордера находятся в районе 10 центов. И уже, соответственно, будет возможность закупиться побольше эрты. Еще, значит, возвращаясь к самой игре, мы можем увидеть, что валюта в самой игре у нас не эрта. Либо это была опечатка. Сейчас найду. Попробую показать. Ну, допустим, фут, да? Где-то я находил. У нее немного другой. Ну, собственно, разрабы и не скрывали этого. И говорили, что в самой игре будет некая внутриигровая валюта. Поэтому вот как-то так это все на данном этапе и выглядит. Я продолжаю вести наблюдение и держать вас в курсе происходящих событий.